Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина вместе с коллегой по думской фракции, депутатом Дмитрием Голубковым и одинцовскими депутатами-единороссами провели встречу с волонтерами Звенигорода, приуроченную к 19-му дню рождения партии. 15 волонтеров получили благодарственные письма и памятные сувениры. Все награжденные – сотрудники Звенигородской средней общеобразовательной школы номер 4. После награждения состоялось чаепитие.